Актеры Карельского театра драмы, творческая мастерская, народная артистка Карелии Людмила Баулина и заслуженный артист республики Валерий Баулин завоевали победу в номинации «За верность традициям русского театра» на фестивале «Свой» в Екатеринбурге. Спектакль нашего театра «Матрёнин двор» прошел с большим успехом. Камерная сценическая история по рассказу Александра Солженицына посвящена судьбе простой женщины, скромной, совестливой, со светлой душой. Ирина Евдокимова, директор фестиваля, отметила, что спектакль прекрасный, а работа актера впечатлила настолько, что хочется приехать в Карелию. Цель Екатеринбургского фестиваля – повысить статус жанра моноспектакля и театрального дуэта как особой формы творческого высказывания.